В результате оперативных действий спасателей за минувшие выходные из снежных заносов спасено 33 человека, эвакуировано еще 126. На территории 7 районов Актюбинской области из-за закрытия автодорог скопились 15 легковых, 366 грузовых автомобилей и 7 пассажирских автобусов. В настоящее время скопления автомашин нет, все транспортные средства последовали по своим маршрутам. 3 марта 2023 года в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на трассе Самара-Шымкент в связи с перекрытием дороги на 968 километре остановились два автобуса и необходима помощь в эвакуации пассажиров. Силами спасателей 106 граждан Узбекистана размещены в мечети села Айтикиби. В тот же день поступила информация о том, что в Мугалжарском районе в 60 километрах от районного центра 24-летней беременной женщине по состоянию здоровья необходима помощь в госпитализации. Спасатели доставили женщину в больницу города Кандагаш. Департамент ПЧС Актюбинской области убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введение ограничений движения автотранспорта на автодорогах.